Ивановский драматический театр завершил 79-й сезон. Напоследок, перед расставанием на лето, ивановцам показали комедию «Боинг-Боинг». Для сотрудников театра драмы сезон запомнился не только премьерами, но и новыми встречами, новыми знакомствами. Год был богатым на гастроли, фестивалей которых до недавнего времени в театре драмы практически не было. Мы съездили дважды на фестиваль со спектаклем про мою маму и про меня. Это были зарубежные гастроли в Хельсинки, в Русский дом, в Стокгольме, где с неожидаемым успехом. Ну, то есть мы предвидели, что это возможно будет, но поймут ли нас за рубежом все. Но результатом этой встречи случилось вторичное приглашение нас с этим же спектаклем в Хельсинки. Весной этого года актеры драматического театра получили компетентную оценку театральных критиков. В Иванове состоялся второй фестиваль «Парад премьер». Тотальному анализу подвергли 6 новых спектаклей 79-го сезона. Театральные критики отметили как сильные, так и слабые стороны Ивановского театра драмы. Очень сильный потенциал в труппе. Очень сильный потенциал. Вот, безусловно, они отметили недостатки, которые есть и там как бы в репертуарной политике, и в самих спектаклях. Вот, но от этого никто не застрахован и совершенно не может такого быть, что все 6 спектаклей в сезоне должны быть там на 100%. С появлением в Ивановском театре Зураба Нанабашвили главного режиссера «Жизнь за кулисами» и на сцене забила ключом. Его постановка по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» вызвала фурор. После премьеры режиссер уехал, не дав однозначного ответа, вернется ли в Иваново. Теперь он снова здесь, по зову сердца. То, что я здесь бы сейчас жил и работал, и хотя бы вот так наездами, это в сегодняшнем дне театру необходимо. И, конечно, мне как человеку тоже необходимо, потому что, когда от тебя ждут помощи, и когда этот театр являлся тем театром, который тебе дал просто творческую судьбу в российском театральном пространстве, ну, я обязан, я должен. Зураб Нанабашвили планирует проработать в Ивановском театре драмы около года. Здесь накопилось много нерешенных вопросов. Режиссер обмолвился, что поможет новому директору театра драмы освоиться в театральных реалиях. Имя будущего руководителя пока не называется, но интрига раскроется очень скоро. С новым руководством в театре начнутся перемены. Будут, и, к счастью, они будут положительные. И мне кажется, что на данном этапе как-то справедливость, как говорят в сказке, восторжествовала. Следующий театральный сезон – юбилейный. Ивановскому областному театру драмы исполнится 80 лет. Торжественное мероприятие по традиции отметят новым спектаклем. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.